В последние годы масштабы миграции неуклонно растут. Военные конфликты, социальные проблемы и изменения климата заставляют людей покинуть места своего проживания. В 2019 году число международных мигрантов превысило 270 миллионов человек. Этот процесс, отмечают эксперты, нуждается в координации, что требует слаженных действий и многостороннего сотрудничества. Активную роль в этом играет Организация Объединенных Наций. ООН способствует построению диалога и взаимодействия между странами и регионами. Да и в целом миграция привлекает все больше внимания общественности. Не является исключением и Азербайджан. За этот год число иностранцев, прибывших в Азербайджан, превысило 3 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом, этот показатель увеличился почти на 11%. За 11 месяцев текущего года право проживать в Азербайджане получили 2500 человек. Сегодня в стране проживает и работает 110 тысяч иностранцев. Все это свидетельствует о защите прав мигрантов в Азербайджане. Решение отмечать 18 декабря как Международный день мигранта было принято в ООН в 2000 году. Проводимые мероприятия призывают усилить деятельность, а именно распространять информацию о правах и основных свободах человека, обмениваться опытом, разрабатывать меры по обеспечению защиты мигрантов. Эсмира Алиева, Руфат Аликперов, CBC.